Всем привет! В этом видео с вами посмотрим на игровой монитор, который отлично дополнит ваш игровой сетап, а также сможет стать незаменимым помощником в ежедневных делах. Давайте вместе разбираться, как это все работает. Полное наименование модели монитора Thunder Robot C27H144. В первую очередь, Thunder Robot — это именно геймерские решения, смелые и инновационные, созданные для профессиональных игроков и сообщества геймеров. Thunder Robot сотрудничает с проверенными поставщиками комплектующих, использует собственные наработки и новейшие технологии, тестирует продукцию при экстремальных нагрузках, проводит высочайший уровень контроля качества на всех этапах производства. Первое, что бросается в глаза, это раскидистая ножка монитора, которая имеет достаточно агрессивную форму, красный акцент, мы геймеры такое любим, и главное, весьма устойчиво на твердой поверхности стола. Можно наклонить, ход достаточно большой, по высоте не регулируется, но в целом монитор находится в фактически идеальном положении, потому лично меня не напрягает. По портам у нас есть все необходимое для жизни, 2 HDMI, DisplayPort и DVI. Это дает нам возможность подключить сразу 3 устройства, к примеру, 2 игровые консоли и ПК. Для управления в меню предусмотрен джойстик столовой стороны. Управлять удобно, а само меню помогает настроить монитор максимально детально. Логика у меню понятная. Есть возможность настроить aimpoint, есть несколько вариантов оформления и можно даже поменять цвет. Пресеты настройки изображения тоже есть, от эко до игры, а также отдельных игровых жанров, вроде RTS. Еще один элемент дизайна, причем не просто влияющий на внешность, но и несущий в себе практические моменты, это изгиб дисплея 1800R. Изогнутый дисплей 1800R дает еще больше эффект погружения в игру. Экран перемещает края изображения из периферийного поля зрения, благодаря чему ваш взгляд полностью охватывает площадь матрицы. Это обеспечивает быструю реакцию и максимальный комфорт во время игры и работы. Переходим к изображению. Для начала стоит сказать, что у нас тут отличного качества VA-матрица с разрешением 1920 на 1080 пикселей, то есть Full HD. Частота обновления 144 Гц, а время отклика 4 миллисекунды, яркость 300 нит. На этом приятности не заканчивается, так как тут применяется технология Low Motion Blue, низкие показатели входной задержки сигнала и корректировка гостинга в динамичных сценах для максимальной плавности изображения и комфортной игры. Проще говоря, не важно, насколько у вас динамичная игра, в итоге вы получаете всегда четкое изображение. Мало? Окей, без проблем. Технология Thunder Hidden, как вам? Еще одно решение, улучшающее отображение теней и освещенных зон, позволяет быстрее заметить цель даже в темных областях экрана. Что касается других типов развлечений и использования монитора для ежедневной работы, в том числе для работы с фото и видео, никаких проблем. Цветовой охват 99% из RGB, и это дает точную цветопередачу. Пересветов или наоборот засветов я лично не заметил. Даже в темных сценах картинка остается хорошего качества. Потому для просмотра контента, для работы и для игр монитор универсально подходит без каких бы то ни было проблем. Ну и конечно игры, вот с этим здесь все прям очень даже круто. Можно поиграть, причем как с игровой консолью, так и с вашим ПК, тут уж выбирайте сами, что будете подключать, возможно и то и другое, как в моем случае. Ну и плюс, действительно получаете супер плавную картинку даже в самых динамичных сценах в абсолютно любой игре, от онлайн замесов до фактически каких-то сюжетных тайтлов. Что по итогам? Thunder Robot C27H144 это отличный игровой монитор, причем как в рамках своей ценовой ниши, так и по многообразию возможностей в целом и технологий, которые в нем применяются. Ну и конечно он станет вашим надежным другом во всех онлайн баталиях, а также справится со всеми ежедневными делами, которые вы можете на нем собственно делать. Так что от меня только самые искренние рекомендации. Ну, актуальную цену смотрите по ссылке в описании. Там же, кстати, найдете от меня промокод на скидочку, который наверняка будет вам приятный. Так что обязательно обратите на это тоже внимание. И всю эту информацию я продублирую в прикрепленном комментарии. Конечно же. Большие пальцы вверх ставим, на канал подписываемся, внизу есть красная кнопка, она обязательно должна стать серой. Нажимайте на колокольчик 2 раза, чтобы не пропустить выход новых видео. И что? Правильно. Переходите по ссылке в описании в наш телеграм-канал. Много интересного контента, в том числе эксклюзивного, который не появляется больше нигде. Например, наш подкаст о гаджетах и тачках. Чекайте, первый выпуск уже там.